Вроде пешка, вроде была лишняя пешка, а вот где взять код, подписан на бусте? Прямо на бусте этот код и написан. Как ее было реализовать, так. Непонятно. Так, Шувалов Евгений. Пчелкин, да? Организатор. В этом турнире прям всего этого безобразия. 25. Да, конь на F8 это боль была. Ладно, давай пока. Ну я сам их сделал себе эту проблему. Так, ну эту проблему я сам себе создал. В наглую сыграть против Пчелкина. Давайте. Хочу занять полностью E5 широкий центр. Рот. Широкий центр, слышали о таком? Вот здесь слон куда-то выходит, да? Мы будем его сбивать. Ну давай рискнем, выкинем слоника. Это b4 будем подрывать. Можно попробовать его сбить. Допустим, таким ходом пока. Может e4. Хотя он слон f7 и e6, может, да, пойти. Ну он слишком хороший слон. Ну давай вот таким ходом. Чтобы пешки не сдваивать. Наверное, делает. Тут, кстати, грозит ход E3, E6, поэтому надо бить ему. Ага, ну и потом E5 я играю. Засандаливаю. Правда, получается, что я разменял своего... Как он называется? По-грамотному. Хорошего слона на его плохого. Зато центр я буду держать. Так, вперед. Коня тоже выводим. Взяли. Давай нападать. Я думаю, надо защитить. Выводим. Так, начинается атака моей пешки. А может ли он взять, если рокировку, то ладья c8. Наверное, брать он... И слона b4 это будет ход a5, да? Кажется, он не может бить, поэтому просто... Так, рокировка. Конь c5. Немного рискованно. Так, да? Тихо. В обратную сторону крутится мана. Гнитофон. В доме темно. Так, начинаются подрывчики. Привет, Денис, да, вперед, победим. Друзья, куда-то вывести. Сюда, например. Зачем мне его туда вводить? Все, конечно, добавления немного не туда. Для нас. Не любим эти добавления. Динамика какая-то пропадает. Ладно, давай пока так защитим. На взятие побьем. Динамичная игра куда-то испаряется с такими контролями. Так, что ли? Убежал. Может быть, здесь побить? Или не стоит? Хочешь сюда выйти? Может быть, f5 пойти? Ну, давай f5. e4 не даем полем. Немножко тесно стоят фигурки у белых. Так, ладья выходит поменяться как-то. Не сюда очень позиция, мне не нравится мне. Вот этого. Вот этот комбит не делал, то, да? Что-то опять. Да, и сюда. Может. Ну ладно, давай повел коня. Этот защищает просто слона. Это важная функция. Безобразничать. Хотим куда-то на мат пить ему. Может быть, получится. Может, нет. Взял, защищено. Просто Евгений сейчас пойдет безобразничать. Так, на что напал? Не на что, да? Будем обороняться, что делать. За прочим, на маты, ну, на пешку. Угу.
Так, защитил пешку. Пешку съели. Можно, конечно, же 5. Можно как-то смотрезья нападать. Е4, интересно. Слишком нагло. G5, что ли? Ну, G5 это как-то очень нагло. Взял пехоту. Так, ладно, давай пока просто ладику поставим сюда. Так он пошел. На ровном месте. Взяли, отдали пехоту на ровном месте. Отдает, отлично. Мы любим. Взяли. Взяли. Теперь король немножко в опасности. Сейчас будем просто Е4 прорывать. Вперед пойти. Взял, взял. Тут этот конь мне плохо стоит. Бустердя активизировать. Ладно, давай пока так. Проверим его ферзя, куда он отойдет. Сюда, да? Я, допустим, хочу поменяться просто. Ну да, у меня не будет теперь понятное мне дело. Мне кажется, с разменами будет намного проще мне играть. Будет все менять. Ага. Так, и вот здесь уже Е4 смотрится. Погнали. Две связанные по центру должны выигрывать, как вы считаете, или нет? Эта партия в утиль идет. Вперед. Просто пехи пошли. Все вперед. Не остановишь нас. Вперед. Так, что он хочет? Меняться, да? Так, защитили все, чтобы никаких шансов было. Никаких. Победа! Выигрываю Пчелкина! Да, мы так сегодня играем. Фу, ну ты очка. А что у нас Амазонка как идет? Амазонка против Вовы. Вот это да, вот это партийка. Кстати, поддавливает. Поддавливает Саша. Вот такая сегодня игра. Все фигуры стоят у нее шикарно просто. Два слона. Очень активные фигуры. О, выигрывает качество. Нет, не выигрывает. Шах нашел. Вот это обидно, Вова очень верткий. Так просто у него слона не забрать. Немножко, конечно, Саша поторопилась тут. Здесь уже не так просто, потому что центральная пешка пошла вперед. И неожиданно белые пешки становятся слабыми. Шах и забирает пешку. Давайте Саня, посмотрим, как Амазон играет. Большое спасибо, Санек, за поддержку. Огромнейшее спасибо. Женя, лови обещанный донат за мои треки. Спасибо, Сань. Треки были нормальные, кстати. Блин, Вова просто перехватил инициативу на ровном месте. Не, ну перекатывает черными. Амазонка же черными, да, я так понял? Или Вова черными? В общем, черные перекатывают. Ух ты, не пускает короля. Кто играет черными, тот побеждает. Очень жестко. Там можем. И вилка, вилку же не делает, господи. Король Е4. Выиграла партию. Ну и так, наверное, тоже победа. Ну, нормально, да. Да, Львов просто. Не, наверное, Вова играл, да. Запустили с миром. Вова играл белый, черным. Такой же бан у него был. А как наш лидер играет? Kill MMS.